тетради взяла, отчет положила. Так, заявку на конкурс отправила. Распоряжение сохранила. В 10 совещание. Потом нужно не забыть распечатать фотографии для нового стенда и зарядить видеокамеру. Сегодня в час снимаем мини-музей. Звонок через 15 минут. Еще успею заполнить журнал и созвониться с мамой Арины. Алло. Что на кухне? Чем сегодня будут кормить детей? Так, стоп. Все по порядку, но в скоростном режиме. К сожалению, мой рабочий день начинается не с кофе. Хотя, если быть точной, мой рабочий день начинается 1 сентября, а заканчивается, пожалуй, только на время летнего отпуска. Сегодня диктант. Во втором классе математика, у первоклашек физкультура. А мой спорт – беготня по этажам и коридорам. Кстати, хорошее средство для поддержания физической формы. В до глубокие руки шире, не спешите, 3-4, бодрость духа, грация и пластика, общее укрепляющее утром отрезвляющее. Дверь моего кабинета всегда открыта, иначе я чувствую себя некомфортно. В своем школьном детстве мимо кабинета директора я проходила, затаив дыхание. Меня дети не боятся, мы разговариваем, я слушаю. Отвечаю, объясняю правила. Кто-то слышит, кто-то нет. Но кричать, создавать ситуацию страха – зачем? Команда, которую я возглавляю 19 лет, мои коллеги, каждый из них на своем месте, на своем рубеже. Каждый занимается своим делом. Наша работа поглощает с головой. Добро пожаловать на планету номер 4. Мы ведем прямой репортаж со школьного двора начальной школы. Не останавливаться на достигнутом, ориентироваться на то, что всегда впереди, на результат. Это мой главный принцип. Каждый день нужно ставить новые цели. Пусть это будут маленькие цели или наоборот амбициозные, но они должны быть, потому что без них жизнь задыхается.